смотри-ка. Лучше бы они у нас в городе столько колец настроили. Ты знаешь, у нас в городе, оказывается, одно кольцо есть. И причем там, где оно нахрен не нужно. В Зидлинге, там вообще, ну, частный сектор, движения практически нет, зато кольцо есть. Большой колокол. Вверх, кстати, у него, вот я смотрю, тоже, как вот многие снимают, он такой же, где крепление. Вроде как странное крепление. Вот тут еще и вниз ход есть. Где-то вниз надо искать проход. Сюда. Что найдем? Идем. Что за мужик? Немножко покоцанный. А это что, ребенок или что? Смотри, у него ноги какие-то странные. Что это такое вообще? Смотри, какие ноги. Ага. Что это за ноги? Ребенок с козлиными ногами. Ага. Ладно, идем дальше. Цепь какая интересная. Цепь, да, цепь мощная. Интересная. И вот туда ход, это скорее всего вот как раз вниз, туда мы и пойдем попозже. Немножко попозже туда пойдем. Здесь вот вижу я ступеньки есть. Сейчас пока походим здесь, поизучаем, что тут интересного можно увидеть. С этого боку. Сейчас подойду поближе, посмотрю, там вроде куча дверей. Так, продолжаем движение. Все заштукатурено, к сожалению. Обидно. Так, окно куда-то в подземелье. Ладно. Продвигаемся потихонечку, помаленечку. Ну вот, окно куда-то непонятно куда, ничего не видно. Тут, как всегда, цепь. Ну что вот сюда? Зачем закрывать было? Я хотел бы отсюда выглянуть туда, куда я могу посмотреть вообще. Вот все как-то вот так закрыто. Thank you.
больше пока интересного ничего, кроме той стенки в подвале, не нашел. Хожу вот ищу со всех сторон, пытаюсь все разглядеть, что еще прячут от людских глаз. Так, что у него глаза завязанные у этого мальчика маленького. Там еще какой-то мальчик с оленем, что ли. Ладно, пойду дальше поищу что-нибудь. А, сейчас фотографию лучше сделаю. Продолжаем движение. Посмотри, барышня, судя по всему, медная, раз зеленая. Ну, до нее не добраться, чтобы почистить чуть-чуть. Ну да ладно. Ну и пойдем туда. Сейчас дальше. Там посмотрим, что там есть интересного. Вот такой интересный маленький бассейн. Я только не пойму, что там вот. Сейчас обойду. То ли там слив предусмотрен, то ли что. Квадрат такой вырезанный. К сожалению, не видно. Там много тины, листья. И не видать, что там такое. Интересно. А туда заглянуть не получится. Попробую. А внизу там ничего нету. Там совершенно ничего нету. Я думал, оттуда, наверное, вода подтекает. В общем, непонятно, откуда здесь вообще вода просто так набирается. Скорее всего. Хорошо. Двигаемся дальше. Может, еще что-нибудь интересное найдем. Что тут у нас интересно, вот это? О, вообще удалось все такое, смотри. Ага, сейчас посмотрю. Сейчас я сниму это. Непонятно. Она лопнутая, что ли, она цельная была. Керамика. Кого-то пустотела, что ли? А это... Что-то твердое, очень твердое. Ну тоже все в перемешку. Вот этот бетон. Для чего? Там даже арматура вон проглядывает. Тут какая-то арматура торчит. А тут уже свежим бетончиком даже постарались подлить. Что же это в оригинале было, не знаю. Кто-то выкладывал. А что тут у нас заложили камушками так? Чик-чик-чик-чик. Вроде что-то там было.
Или не было. Ну, тут налепили, что-то уже на бетон там видно. В общем, налепили, что попало, как попало. Тут отломали что-то. Так, а что там с той стороны? Посмотрим. Пойдем потихонечку. Вот колонна. Что на ней было? Какая-то явно деланная переделана. Внизу залепили сюда. Обрезанная была, не обрезанная. Тут что-то кирпичи какие-то остались. Торчат с нее. Здесь тоже была обрезанная. Это что у нас такое? Залепнина. Фундамент явно со свежего бетона видно. А вот это вот у нас за камень. Древний, древний, интересно. Ты потрогать его? Или гипс? Обычный известняк. О, не. О, не, что-то потверже будет. Хотя, может быть, отвердевший известняк. Ну, это вообще, что ж она такая новодельная. А, вот, мы что-то подошли к самому интересному. Вот здесь внизу что такое было, совершенно непонятно. Кусочек старины, какой-то явно древний бетон, похоже. Очень похожий в перемешку с камнями. О-о-о, да он какой качественный, прям даже не, ничего с ним не делается. И тут свежий, видно, новодельный бетон. Все в перемешку, все перемешано. Кирпичи. Какой-то вот этот бетон интересный. Непонятный он совершенно. Камней очень много использовано. Тут что-то заложили. Так декоративно довольно. Кто-то помучился от души закладывать здесь. И походу здесь этого много заложено. Ну, я прогуляюсь из города. Пройдусь чуть-чуть. Много, много, много. И в общем, туда уходит. Я все равно туда потом пойду. Остаток сниму с той стороны еще. Все, пошел обратно. Ну, здесь я вижу сплошной новодел, сплошной бетон, кругом бетон, кроме вот этой вот ванной. За ванную не могу сказать. Похоже, она на древнюю. Она явно из известняка выточенная, вырезанная. Хотя, ну, не видно, к сожалению, плохо видно края, что там нарезали. Вижу только год, 1840-й, сейчас приближу. Вот здесь. Так, на мониторе я не вижу, где-то там, в общем, написано. Наверное, будет на камеру видно. А остальное все вот с бетона поналито. Даже вот эта вот фигура, ну, она вот с того же бетона похожа. Такой странный бетон, крупные камни куча. И вот она, кстати, тоже такая. Чуть тут наверху было. Шарики какие-то. Чё к чему, вообще непонятно. Хм. Там какой-то образ. Вроде портрета. Опять туда. Да что ты. Вот такой вот. Ладненько.
Двигаемся далее. Здесь явно что-то когда-то стояло, откуда-то они их взяли, тут залили всю бетоном, сделали такой. Вот эти, где стояли раньше, неизвестно. Что за камень, непонятно. Чем его определить, тоже не знаю. Очень-очень твердый. Не царапается, но какой-то... Очень интересный, очень. Что это такое? Кто-нибудь знает, подскажите. Ой, кто-нибудь увидит, что я царапаю, блин. Оштрафуют. Пошел дальше.